Вы видите тайский барабан, в который стучат, вызывая духов и усмиряя их радости и переживания. Вас туда можно поговорить глубоко, да, как в ракушку моря послушать. Не гудит. Блин. А стучит сильно. Сейчас микрофончик услышит. Гудящий звук барабана. То есть можно сочинить музыку свою. Пальцеструнная называется музыка. Пальцеструнная муза. Муза. Сейчас будет играть. Капают пальчики по коже какого-то динозавра, натянутого парашютом, с изображением верблюда и пустыни. Тунис. Тунисский барабан. Это барабан из Туниса с верблюдом на коже, который играет музыку пальцеструнную. Струны всех пальцев отбивают барабанную дрожь на этом барабанище. Для разгона, то есть только для пальца. Не ударить кулаком, не ударить. Это барабанчик для мелкой инструментальной музыки. То есть можно песочком еще посыпать. Летают духами планеты, все барабаны вдруг стуча. Верблюды ходят по жирафам, меж пальмами, во всех песках. Тунис Е. Интересно. Всем привет от барабана. Из Туниса тоже привет. Он гудит.